Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки Торы по книге Рамбама Мишне Тора, Знания, глава 2. И сейчас речь идет о здоровье тела. Больные телом воспринимают горькое на вкус сладким, а сладкое горьким. И есть среди больных такие, что испытывают пристрастие к продуктам, непригодным в пищу, как земля или угли, и не терпят нормальной пищи, как хлеб и мясо. Все зависит от силы заболевания. Здесь поясняется, что речь идет о психических отклонениях. Так и люди, души которых больны, любят и обожают дурные черты личности. Им не по нраву добрая стезя, им лень следовать ею, и она им в тягость в силу их заболевания. О таких людях говорит Ешияу: горе, называющим плохое хорошим, а хорошее плохим. Они как будто считают тьму светом, а свет тьмой. Считают горькое сладким, а сладкое горьким. Ишиягу 5:20. И о них сказано: оставляющий правильные пути, чтобы идти дорогами тьмы. Мишли 2:13. Тут говорится о том, что эта цитата отнесена к невеждам и нерадивым, охочим представлять свое несовершенство и глупость мудростью. Что может вылечить больных душой? Пусть идут к мудрецам, врачевателям душ, и те вылечат болезни их личности, обучая их, пока не повернут на добрую стезю. А те, что знают о дурных чертах своего характера и не идут к мудрецам их лечить, о них сказал Шломо: наглецы поучение презрели. Как их лечат? Гневливому говорят вести себя так, чтобы даже когда его бьют и оскорбляют, он ничего не чувствовал. И пусть ведет себя так долгое время, пока они выкорчивают гневливость из своего сердца. Опять же, крайние проявления лечатся противоположными крайними проявлениями или исправляются таким образом. А гордец пусть ведет себя весьма униженно и садится ниже всех, и носит потрепанную одежду, унижающую того, кто ее надевает, и тому подобное, пока не выкорчует из себя гордыню. Опять же, крайние проявления гордыни лечатся и исправляются крайними проявлениями скромности. А затем пусть вернется к среднему пути. Путь, который есть правильный путь. И когда вернется к среднему пути, пусть идет по нему во все дни свои. Да? То есть средний путь, как говорится, золотая середина. Хотя здесь написано, что золотой середины здесь не существует, сказано в пояснениях. Нет количественной середины, нет ни гневливости. А ведь невозможно решить, я буду гневиться в меру. Да? То есть есть некоторые черты характера, которые надо стараться полностью устранить. И также пусть поступая со всеми остальными чертами характера. Если был удален от одной крайности, удалит себя от другой крайности и следует ей долгое время, пока не вернется к доброму пути. И таков средоточный путь для каждой из личностных черт. Черты личности, сказано в пояснениях, для которых невозможно найти срединный путь, вроде гневливости, да, гнев, следует выкорчевать полностью. Но есть качества, которым нельзя следовать средним путем или срединным путем, но должно отдалиться в сторону одной из крайностей, например, гордыня. Когда недостаточно человеку быть просто скромным, но должен быть смиренным, очень скромным. Поэтому сказано об учителе нашей Муше: очень скромный, и не сказано просто скромный. И по той же причине указали мудрецы: будь очень-очень смиренным. И еще сказали, что каждый, кто возвышает сердце свое, отрицает основы веры. И сказано: и возвысишь сердце свое, и забудешь Господа Бога твоего. И еще сказали, что тот, в ком есть гордыня, даже малая ее доля заслуживает отлучения.
В пояснении сказано, что мерзость перед Богом – сердце вознесенное. Слово «мерзость» употребляется в Торе в контексте самых серьезных преступлений, например, идолопоклонство. А насколько нежелательна эта черта чрезмерной гордости. И еще гневливость – очень плохая черта характера, и человеку следует отдалиться от нее к противоположной крайности и приучить себя не злиться даже на то, на что злиться стоит. Если же хочет высказать строгость детям своим и домочадцам или членам общины, если он ею руководит, на общины, и явить им свой гнев, чтобы исправились, пусть сделает вид, что гневается, чтобы они устыдились, но внутренне останется спокоен, как тот, кто в минуту гнева изображает огонь, а сам не злится. Говорили прежние мудрецы: каждый, кто злится, как будто поклоняется идолам. И еще сказали, что тот, кто злится, если мудрец он, теряет мудрость свою, а если пророк он, теряет свой пророческий дар. И жизнь гневливых не жизнь, поэтому велели отдаляться от гнева, пока не войдет в привычку не замечать даже вещи, способные разозлить. И таков добрый путь, путь праведных. Их поносят, но они не позорят, слышат оскорбления и не отвечают, руководствуются любовью и радостны в страданиях. Они, говорит Писание, и любящие Его, Всевышнего, как восходящее солнце в величии своем. Весь век человеку следует множить молчание и произносить только слова мудрости. Если же то, что необходимо для материальной жизни, говорили про Рава, ученика раба Иуда и Наси, что за все дни своей жизни он ни разу не произнес пустой фразы, а ведь в них состоят речи большинства людей. И даже о материальных нуждах не нужно говорить много. И на это указали мудрецы, говоря: всякие умножающие речи приводят грех. И еще сказали: и не нашел для тела ничего полезнее молчания. И слова мудреца в речах Торы и в речах мудрости пусть будут краткими, а смысл их глубоким. И так повелели мудрецы, сказав: пусть всегда учит человек своих учеников краткими формулами. Если же слов много, а смысла мало, то это глупость. И об этом сказано: ведь он многозначителен, а речь глупца многословна. Нет, сказано так: ведь сон многозначителен, а речь глупца многословна. Это сказано в Коэлет. Ограда мудрости – молчание. Поэтому не нужно ни спешить с ответом, ни быть многословным, но обучать учеников размеренно и спокойно, без крика, без разглагольствований. Об этом сказал Шлома: мудрые говорят спокойно. А, то есть человека можно понять его натуру по его способности говорить и по его стилю говорить. Запрещено человеку брать в обычай лесть и заискивание. Нельзя, чтобы на сердце было одно, а на устах другое. Но что внутри, то снаружи. А на устах должно быть то, что на сердце. Запрещено вводить людей в заблуждение, в том числе евреев. Каким образом? Нельзя продавать нееврею мясо не по закону забитой скотины, среди мяса правильно зарезанного животного. И даже копыта умершей скотины вместо копыта зарезанной. И нельзя приглашать друга к столу, зная, что тот не станет есть, и рассыпаться в любезных приглашениях, зная, что их не примут. Да? То есть надо искренне делать приглашения в гости. Нельзя открывать новые бочки вина, которые собирался открыть для знакомого, чтобы тот думал, что открывают для него, в его честь. И так со всем подобным этому. Даже единое слово обмана, прямого или косвенно, запрещено. Не следует приучить себя, чтобы речь стала истинной, а дух... Но следует приучить себя, чтобы речь была истинной, а дух правдивым, а сердце чистым от умыслов и козни. Не следует быть балагуром и зубоскалом, равно как и предаваться унынию и скорби.
но радостным надо быть. Так сказали мудрецы, разгул и легкомыслие приучают к разврату. И велели не предаваться разгулу, не предаваться ни грусти, ни унынию, но встречать каждого человека в приятном расположении духа. И еще нельзя быть жадным и стремиться к наживе, или ленивым избегать труда, но избрать правильный путь, небольшой заработок и занятие Торы. И радоваться должен человек тому немногому, что является его уделом. Нельзя нести раздор и завидовать, нельзя вожделеть и стремиться к почестям. Так сказали мудрецы. Зависть, вожделение и почести сживают человека со света. Обобщая все сказанное, человек должен следовать средоточной мере, которая свойственна каждой черте характера, пока не станут все его качества направлены к среднему. И об этом сказал Шлома: «Да будут сознательны все пути твои».